Самая дорогая улица Нью-Йорка. Магазины держат не для того, чтобы они здесь продавали, а чтобы были. Вот Microsoft свой магазин открыл, чтобы был. И церкви всякие. Все очень круто. Всякие движения на улице происходят в связи с Генассамблеей ООН. Грузовики стоят, чтобы народ не мог прорваться. Прямо Трамп, но Трамп Тауэр. Наверное, он здесь болтается, пока Генассамблея. Ну и, соответственно, куча полиции, машины. Семейство Трампа. Да, вот он, музей, выставка Армении. Как интересно. Он что творится?